75 лет сегодня исполнилось Тюменскому аккумуляторному заводу. За это время он выпустил более 70 миллионов батарей и стал ведущим производителем в России. Это наша гордость. И бренд региона. Ксения Моисеева о прошлом и настоящем. История Тюменского аккумуляторного завода начинается в 1941 году. В первые дни Великой Отечественной его эвакуировали к нам из Подольска. Уже в феврале 1942 года, ровно 75 лет назад, в свет вышла первая партия тюменских аккумуляторов. Объемы производства тогда достигали не более 100 тысяч батареек в год, а номенклатура выпускаемых изделий насчитывала всего 4 вида аккумуляторов. Сегодня Тюменский завод выпускает 400 наименований батарей, от мотоциклетных до тепловозных. Объемы производства более 1,5 миллионов аккумуляторов в год. Каждый третий, приобретаемый в стране, тюменский. Знают наших и за рубежом. 75-летием сотрудников аккумуляторного приехали поздравить коллеги и поставщики оборудования из Австрии, Италии, Южной Кореи и Китая. Искренне удивляются размахом производства. Завод фантастический, выглядит фантастически. Думаю, в будущем он будет только расти. Особенно заинтересовало как иностранцев, так и соотечественников работа оборудования по производству полиэтиленовой сепарации или вот такой черной ленты. Для многих линия в диковинку. В мире подобных 10, и только одна в России – у нас. Сепарация предназначена для того, чтобы отделить отрицательную пластину от положительной, для того, чтобы не было короткого замыкания. Мы на сегодняшний день полностью обеспечиваем себя этим продуктом, и я думаю, в ближайшее время будем продавать его в нашем регионе. Тюменский аккумуляторный в свои 75 самодостаточный почти на все 100. Собственная переработка свинца, производство пластмассовых деталей и комплектующих для аккумуляторных батарей. Мы завод, который работает по полному циклу. Таких заводов сегодня в России нет. Мы единственные. Мы у них, вот в этом и есть наша уникальность. А еще в преданных специалистах, которых аккумуляторный много лет готовит своими силами. Сегодня на предприятии трудится почти 1000 тюменцев. Ксения Моисеева, Евгений Доценко. Тюменское время. В прошлом году производство тюменских аккумуляторов увеличилось на 11% с лишним. И это не единственное предприятие региона, которое повысило объем сбыта продукции. Так, благодаря модернизации Антипинский НПЗ дистопливо выпустил почти на 19% больше, чем в 2015. На 5% выросло производство тюменского пропана и бутана. Результат реализации крупного инвестпроекта в фармацевтике плюс 18% к выпуску лекарств. Стабильно на подъем идут фанерный завод и стеклотех. Хорошие показатели есть и в пищевом секторе. Так, объемы выпуска мясных полуфабрикатов за год увеличились на треть, сыров на четверть, кондитерских изделий на 10,5%. Здесь свой сладкий вклад внесла Ишимская фабрика.